Нигма тут на драфте ли знатно. А, Мирако на Кунке будет. Ну, слушай, интересно будет, если Мирако на Кунке через урон, там, через кристаллис, через рапирки всякие будет играть. Мисс, Сарамис. Если Ару попасть, можно убить. Я его убить, похоже, здесь. 3000 нужно сделать еще. И Арамис забирает Джейдж. Хорошо, ФБ подъезжает у нас. Джейдж делает First Blood. Всего лишь забирает. Но это, конечно, уже достаточно сложно будет. Ой, Арамис сейчас в итоге задоджил, но Тоби забирает. Но Арамис не задоджил, он ее принял на себя, конечно же. Убивает Джейдж на развороте. Арамис, ну, Виха может еще раз в него плюнуть, если только дай по нему вижу по Арамису. Но Виха все уже. Сделать кил нежданчиком. Мирака нужен тренд запускать было сразу. И он попадает хорошо. Для Арамиса было это по идее, ну, он умрет здесь, конечно, он выиграет немножко времени, да, но он умрет. Поддержку. А у нас тут файт начинается, прекрасная баунти-руна здесь у нас для Нигмы, плюс еще и килл они делают. Арамиса забирает, Джейч хорошую ару выдал. У нас там будет сейчас выход на Мираку, а Тоби может бы ходовать. Хотя, да не, без пока может забраться уже. Будет здесь. Или... Ой, зря он развернулся, мне кажется, что-то. Но он живет, пацан, он живет. Мирако пока что выживает кораблем, баунс поднимает. Ару полетела. Ай, зачем он разворачивается уже какой раз? Актеров. Арамис, Арамис подставляет. Дизрапшн полетел, Маледик, но Арамис тут умрет. Вопрос, когда? Он как быстро он умрет. Сейчас он умрет, да. Забирает его. Там у нас Мирако еще убивает Силери. Или сейчас его просто убьют, крест. Ой, я не помню, ара попала или нет, но его забирают. Самое главное сделали. Еще и Давонов, и Некрачей сверху, сверху нас тут разорвали. Ходит Нигма. Нигма выходит, то бы увидели крест. Крест второго уровня не достает. Он пока что торрентом пытается попасть. Мирка попадает, попадает, попадает. И корабль, и ара туда еще в Тоби. Ну, в общем, все ему заезжает бух туда. Съедают его. Так, у нас Вика. Вика нападает на Бума. Неприятно Бум пока что. Бум впитывает, сажает у нас своих фамильяров. Вику убивает. Минус Вика. Арамис умирает также. Дезвард работает. Сейчас Тарем по таймингу будет по Буму. Минус 3 делает Нигма. Хорошо. Дальше можно идти на Шеда, например. Шеда цепляет у нас. Шед подставляется. Нажимает форму. Фамильяры сажаются раз. Сажаются два. Харасть его каски. Арл. Все в него просто залетает. У нас Маледик, Дезвард в КД. А я и есть лайфдрейн у нас. Вот так вот. Он ваши крыши просто сорвало. Может, нажрался просто. Там просто грустно, пацану. Тоби у нас сажает фамильяров. Неприятно. Виха на Пурже. Но там лайфдрейна пока что на которого захиливает. Залетает на сбоку, сбоку Бум. Бум подходит сюда. Неприятно. Вихи. Виху забирает. Бума тоже можно разменять, постараться. Бума, Бума еще не разменяли, но он там должен будет умереть. Куроки Дезвард работает. Минус Бум. Хорошо. Лайфдрейна Рамиса забирает. Минус Рамис. Поставляется у нас еще и Силерия. Минус 3 делает Нигма. Но Нигма получше дерется, кстати. Вот что маловажно. Нигма хорошо дерется очень. Ару полетела, залетает у нас Ару, хорошо, прыгает Джейч, Старшторм падает, касочки летает, Виха сажает раз фамильяра, два фамильяра, ну и можно попробовать фамильяров убить сейчас, как-то постараться их забрать. Так, у нас там полетела Ару, ух, Арамис задоджил, задоджил, Арамис пока что живет, ну и вроде уступает, бласты есть, лайфдрейн забирает у нас Арамис, минус Арамис. 10-17. Яр, как дела? Дела хорошо. У нас тут сейчас нападают на Селерия. Забирает Селерия 18-10. Нигма душит знатно очень. Ну, бейта быстрый. Да, бейта играет по 100 матчей. Бунстрейд. У нас нападает на Тоби. Тоби поставляется. Тоби лайфдрейн. Но Арро Джейч. Хорошо. Ну, тут до свидания. До свидания. До свидания. У нас Арамис. Арамис. Арамис у нас умирает. Минус Арамис. Угу. Ну что, Селерия поставили. А что он тут делает? В общем, которого забирает. А, Баунт хотел забрать. 25-я минута. Баунт пытался забрать у нас. Мирка вот поднимает скуроки. Это 4 баунта. Ну, для них у нас, что ли? Ну да, 4 баунтосика. Арамиса нашли, куроки пингуют, пингуют на него, касочки достанут. Запускал уже он их, но торрент достает. Нормально. Как бы полетел, дизрапшена у Арамиса нету. Так что Арамиса убьют. Да, он там соулкетчер выдал рассказ, отправляется верно. Не-не-не, ломиться можно, конечно, но, наверное, это будет лишнее. Так, там у нас. Виха подставляется. А, не Виха не подставляется, Виха убивает у нас Арамиса. Виха, Арамис пока что прячется в глиммер. Там у нас убили где-то Тоби на топе и забирает у нас Арамиса также здесь. Подошел сюда еще Джейч и молодец. Пока что падает и.
Дизраптин, Селири. Ой-ой-ой, Дизрапшн, хорошо. Пока что выживает Селири, против корабль, Шеда по идее достанет, да, достает. Дезвард работает, Шеда забирает у нас. Мирика очень плотно скирался, невероятно плотно. Там пытается Тоби забрать, Тоби полетел плювок, харкается, у него Виха забирает, а Миракла выживает, на которого за лайфдрейн его здесь. Но он ему тут насосал сейчас КП, Рамис поймали, Рамиса тоже подцепили, минус Рамис, это минус 3 уже команды Нига, убивает они 2 бэкбека. Наверное, лучше им отсюда отойти. Блэхов 0, да, Блэхов не получается дать пока что у Тоби на этой карте. Или нет, ему остается, кстати, смотри. Креста, Рент, Ару в Тоби залетела, плюются в нее, больно Тоби, но он выживает. На него дали Глиммер пока что, нужно Джейчи подсейвить, Джейч пока что выживает, Тоби после бэкбека умирает, Тоби в таверну, Блэхов так бы, похоже, и не увидим здесь. Майн, которого уже год лайк у него, но и здесь Миракл поставляется, Миракл больно, Миракл, Рент он дал, там убивает нас Шеда также после байбека, боже мой, Нигма все живые до сих пор, Джи Бум прописывает это 1-0 за Нигмой, но что можно сказать, Нигма, они хуже пикнули, но они лучше играют намного, чем викинги. Есть контакт, Майн контрол на штраме, Миракл на эмбере будет, решили все-таки сделать так, да. Ну, с мидон имеет стейк, конечно же, проблем не будет. О, Саня, 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 ну так всегда. Виха у нас тут ФБ дает, трипла викингов у нас в действии. Так, Фиссура, Бладрайт повесили здесь, Шет в итоге на Куроки включается. На Виху Куроки неприятно, но его, видимо, пустят. Усилили, есть импетусы, нет, импетусы нету. Хотя, слушай, убьют же, убивают Куроки, да. Минус Куроки, хорошо. Так, у нас полетела Фиссура, поставляется Вика. Вика неприятно, есть по нему импетусы. Разворачивается на Инсвелю, так и зря он, наверное, это все-таки делал. Нужно было идти до конца или вообще не до конца. Просто уходить с самого начала. Виха вроде выживает, пошли на Рамис, Рамис. Рамис, чернила не достают. За Вихой погоня, Бладрайт, но тут его убьет Шет. Шет разогнался, кстати говоря. Рамис выживает у нас, Шет за Джейчем пошел. Джейч, ну, Шет его убьет, Фиссура от Рамиса. Рамис делает киллинг с Приксити уже здесь. И в итоге Шет 4-1. Он не хочет, он пошел на баунтерну у нас, так понимаю. Там у нас битва начинается с Тоби Брэмми Контрола. Кто, интересно, выиграет? Выиграет ее здесь Брэмми Контрол, потому что приходит сюда Миракл и забирают его. И еще и баунс поднимают. Хорошо, хорошо. Но это он по 10-й минуту. Отрабуют у Джиники. Да, отрабуют все матчи, которые будут идти на турнире. Все матчи будут комментировать. Рамис все-таки забирает у нас. Но опять же, без чейнов. Разворачивается на Селери. У нас нужна поддержка с контролем. Хотя бы Куроки какой-то лимит полетел. А тут Джейчи могут убить, кстати говоря. Ну, Шедера Тру еще не имеет. Забирает у нас здесь Джейчи. Майн контрол убивает также на топе. На бой там Тоби, Раптура полетела на кого? На Куроки. Куроки будет стоять на месте. Минус Селерия, Фиссура от Рамиса. Нужно просто стоять на месте и все. Хотя фамильяр работает у нас по Шеду, но его не убить. И на этом мы закончим. Ванпосты, кстати, были у команды Нигма. Чины наконец-то он себе прокачал. Слава богу, влетает у нас на Селерия. Ну и Селерия тут, значит, будет сбивать просто-напросто. А с Тоби что делать? Тоби пингует на него, но это не самая легкая цель. И не факт, что ее вообще здесь поймают. Там у нас на топе Джейч убили. Добро пожаловать в 2014 год, господа хорошие мои. Тут у нас врывается Мирик, он нападает на Селери, чей не работает, никто взорвался. Селери, коса, но коса его не убьет, потому что Флэмгвард работает, часть урона впитает, он Мирик под Раптурой. И Фисты, Ремнант, пока что живет, брат. Ой-ой-ой-ой-ой, хорошо. Мирик до сих пор живет, сейчас будет еще Фисты. Куда ты, куда ж ты пошел, куда? И на Курок теперь Шед разогнался, хотя фамильяры посадили у нас, Шед погоня, Куроки забирает у нас Тоби в итоге. Это еще минус 3. Слушай, а у викингов преимущество уже, пацаны, 6 тысяч по голде. Не получилось. Все, гоним готов, пацаны. Сейчас будет у нас куча сеток теперь. Да. У Бума вся карта будет в этих сетках. Ставится гипно шар. Забирает у нас Селери. Получается убить. Тоби Вортес пошел по нему. Пока что работает Гошрал. Плюется в него. Выживает. Тоби захилился. Он у него есть еще грифсы здесь, если что. Выживает. Да, он Фиссу разбивает. Миракл телепорт. Миракл без ремнантов. Но он тут должен будет умереть. Забирают его. Прыгает Рамис и Хасуэм. Забирает также мейн контрола. Минус 2. Делают у нас Викинг GG. Пошли на Куроки. Куроки Бладрайт. Минус Куроки. Ну и за Джейчем. Теперь у нас будет сейчас погоня. Джейч подставляется. Минус Джейч. Джейч также забирает у нас. Да, вот так, пацаны. На бот пингуют. Там у нас Шет находится. Также Куроки улетает на мейн контрол. Так, интересное убийство сейчас, возможно, получится сделать. Получается, да, получается это сделать. Мейн контрол остается вообще без маны. Да, есть два манга у него. Мейн контрол. Пытается жить. Рамис врывается на Кура. Пошли дальше, что ли, драться. Рамис нажимает Хасвэм. Так, интересно. Их слово вешается. Пытается убить Рамиса. Мейн контрол забирает его или нет, забирает. Да, на боте что у нас там ставится? Кипно шар. Сажает своих фамильяров
Вика пока что. И минус 2 сделали Энигма. Ничего себе. Ничего себе. Но викинги что чувствуют тебе? Тебе не лучше. Цель первая, там пайп, там грисы. Нельзя ни в коем случае. Мерков, если чины, уходит отсюда. А он-то уходит, остальные-то не уйдут отсюда никуда, по идее. Виха, виха, виха. Бум, нажимаем БКБ, слонбайт на него повесили. Баш разбить нечем еще. И он забирает. Угу, он забирает. У нас виха, у нас виха. Так, ну и у нас сейчас викинги стягиваются на бот. Там что там у нас Куроки подставляют? Куроки, Куроки чернила запускает. Минус Куроки. Куроки забирает у нас. Викинги пока что стоит еще база у нас. База, а миличный барак. Мы сейчас его должны будут снести, по идее. Хотя, хотя вроде викинги возвращаются обратно. Не очень уверенно выживается в тебе. Эхосом. Ой, Рамис шикарно просто. Эхосом запускает. Миракл, Миракл, Миракл. Подставляется. Находится он под сеткой. Фисты запускает. Ренант пока что выживает. Он живет. И еще один Ренант. До конца гейминг от Шедеш этого забирает. Все-таки минус Миракл. Ну и пушт у нас тут забирает. И довольно фамильярчиков у нас. Шед. Шед, 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 неприятно Шеду влетает, у нас майн-контрол, маны мало остается, Шед до сих пор выживает еще каким-то образом, получает Сайлес, полетел коса, нападает на майн-контрол, майн-контрола забирает у нас, минус майн-контрол, минус 2 делают пока что викинги, и минус сторона, ну бота можно идти пушить, но там на топе тир 2 стоит вышка, она мешает очень сильно, мана есть у него, маны хватает, а вот Рембум занимается пушем тир 3 вышки, отступает, сюда, Рамис, что там в погоне. Кто умирает? Молодцы, викинги. У нас уровень Кая орчит. И ПТшка у него имеется. Арамис опять его нашел. Сейчас будет там Майнбрейкер же, естичку сделать и все. Да, Майнбрейкер есть. Сайленс выдает. Минус майн-контрол снова поставляется он. Бум подбегает у нас к миличному бараку пока что. Ну и что, Эбису пошел, разбивается в голову Мирку, Мирку коса полетел, он там, коса хватает, урона забирает его, а по байбекам что у нас? А по байбекам не густо, у Мирку, минус вторая сторона, ну, Нигма уже, наверное, может сдаваться, по идее, если правильно все понимаю. Или не может, или не придумают, что смогут еще. Ну, могут, пытаются. Пытаются Нигма у нас это сделать. Врывается викинг. Здесь у нас один из викингов нападает на Куроки, забирает Куроки. Хорошо. Минус Кура. Пошли на гипношар. Гипношар разбивает у нас. И под фонтан загоняют уже викинги здесь своих противников. Репарки-то работают на Т4. Его отсутствие, скажем так. Так, там полетел офисор, поймали Виху. Виха подставляется. Виха есть по нему сетка бум. Еще один фамильяр сажается. Но забирает у нас Виху. Минус Виха. Еще один килл. Виха выкупается в игру. Ну а там пока что Шед вместе с двум пушит. У нас мечный барак. Падает сторона. Вот так вот. Эбисол. Оп, оп. Минус Джейч. Минус Джейч. Ну и... Не знаю, что Нигма ждет. Не знаю, чего они ждают здесь, но пока не сдаются. Ладно, Раптор вешается на Джейча. Джейч телепорт под госскипетром нажимает. Ветра телепортом разбивают сейчас. Забирает нас Джейч, минус Джейч. Миракопает через 30 секунд. Двиху на... Шпинговывает за симпеда с Мессилери. Забирает его также. Джи-джи. Прописывает у нас Миракл. Хорошо. Это у нас 1-1. И поздравляем. Рэмпач делает бум у нас еще. На финалочку Рампага. Поздравляем викингов. Будет, будет интересно посмотреть. Так, нападает на Селерис. Селерис туда звонит. Полетел Бладрайт у нас пострели. Выход на Джейча. Джейч поставляется. Джейч умирает у нас. Джейча убили. Минус Джейч. Майн-контрол. Но майн-контрол. Минуты. Так, что у нас тут Тоби? Тоби с третьим уровнем пока что. Тоби на боте. Селери, Селери, Селери поставляется. Полетел Иллюминейт. Его Селери поставляется. Больно Селери. И его тут, похоже, бьют. Да, Иллюминейт. Мы контрол делает у нас убийство. Нафармил он здесь. Пока ему дали возможность. Фистами успеет? Не успел, не успел. Миракл заточить у нас. В итоге на развороте пошли. Разгоняется у нас Шед. Чины на развороте пошли. Также есть фисты. Миракл забирает у нас Шеда в итоге. Пошли дальше. Может быть на Рамиса. Но а что ты ему сделаешь? Ему нужно просто хилиться здесь и все. А забирает у нас на боте майн-контрол. А кто без здесь? И бум, в итоге у нас убивают еще минут Виха. По всем просто фронтам у нас киллы в одно время практически залетели сейчас. Не это 3-3 уже. Да, 3-3 на этой карте. Смотришь, что хорошо. Миракл... Тут, кстати, попытка будет на Шеда, что ли, убить его? Мирекл до конца пошел за Шедом. Шеда фиссура полетела. Сайленс есть по Мирекл. Сейчас он быстро закончится. Прилетает сюда бум. Ремнант. И фисты в догоночку. Нет, нету фистов. Нету фистов. И
Ага, полетел он сюда, ну там под, прям под волдрай залетел, он бум делает. Килл, хорошая притяжка от бума и убивает у нас Мирок. Заигрался немножко, ремнант. Тоби увидели. Тоби встречает его мейн-контрол. Здесь Кура ставится, корни неплохие, лианы пошли. Хаслоем есть, Рамиса, в итоге Тоби забирает. Рамиса Хаслоем был невероятно кривой. Рамиса вообще должны быть тоже убить, если правильно понимаемся. Но там мейн-контрол красный, в итоге не давит на них так сильно. Здесь вот викингов было на прошлой карте у нас, потому что на такой момент у них было уже 6 тысяч преимущества. Здесь Силери должен будет умереть. Подходит у нас бум со стороны. Сбоку нападает у нас на Виху. В итоге Виха пока что выживает. Раптура вешается на Джейч. Под Булладрай. Джейч здесь должен будет убить. Размин пока что героями прошел. У нас летает Мирок. Нападает на Бума. Бума забирает у нас. Минус Вард. И это 2 в 1. Хотя драка не кончается. Рамис пытается зайти своим Хасломом. Прекрасно. Дать его пытается. Не получается. Дает. Но в одного Фиссура полетела. Дерется до конца против Миракла. Но Миракл живет. Лайфдрейн. В Декрипифай. И у нас минус 3 делает здесь Нигма. Неплохая драка для Нигмы, скажем так. Нигма красавчики. 8-5. Подходит у нас сюда Бу. Тоби подходит на Виху. Виха пытается уйти. Но Виха долго может жить, потому что у него Декрипифай еще. Тоби блинка нету. И Виха еще развернет. Да посмотри на этого агрессора. Разворачивается еще. Прыгает по контролю. Но он без Соник Вейва. Подходит у нас сюда Миракл с уроками. Залетает на Шед. Шед поймали Шед. Вайпер Страйк. Есть Миракл. Миракл улетает на ремнант. Есть ли еще один у него? Нету. Нету. Нужен Джейдж. Джейдж нету поблизости. Миракл фесты запускает. Миракл здесь заплюют. Там у нас убивают Тоби минус Тоби. Пока что флекс жесткий у нас. Поймали тут Виху. Просто команды месяца без остановки. Дальше можно идти на Бума, но без Миракла будет очень сложно это сделать. И без Вихи. Виха подходит сюда. Куроки спасает. Спрингует у нас на Виху. Виха сюда вступает. В итоге 5 в 2 подрались команды. Еще врыв. Тоби нападает на Миракла. Миракл ремнан прожимается. Есть фисты чины. Закидывает там импетасами. Пошел гипношар. Хороший гипношар. Райфдрейн. Ставят корни замечательные. Просто можно будет постараться убить. Сейчас Тоби, минус 6, минус 2. Делает Виха. Одним бластом. Хорошо. Дальше пошли. Нападает на Бума. Бум поставляется. Еще один бласт. Туда прямо Райфдрейн. Сосут у Бума хп. Минус Бум. Миракл дальше идет. У нас нападает на Силери. Еще Силери поставляется. Фисты. Бумбы обновить ману и скиллы. Да, и это делает Джейч. Минус 4. От Нигмы резко, быстро. И сейчас глаз положили свой на Тоби. Ну, давай подумаем, бьют ли его. Виха врыв, пошел на блинке, Миракл собрывается, есть контратака, прилетает туда сюда Шеп, прилетает туда Бум, нужно отходить. Фисты чини задолжил у нас пока что Миракл Бладрайт. Раптура вешается на Виху, Виха может в этом месте что-нибудь придумать, постараться. Лайфдрейн пошел, Миракл чинить нужно фистами, как-то не получается. Понимаешь, что Виху бьют, уже поздно, все, уже поздно. Уже поздно, так, погоня за Миракл, Миракл здорово, ремнант, но здесь его тоже убить сути. До свидания. Минус 2 делают викинги. Нигма немножко приборзели, хотя вообще логично было, когда направлялись на Тоби, но это Тоби. Арамис. На которого он кричал, бедный Арамис. Беги, брат, умрешь! Мейн-контрол накричал, фиссура от Арамиса. Некрач помер, там приходит Джейч, и Арамиса, он... Живет! Задынай его Тоби. Ты представляешь, и Соник Вейв потратили. Блинк есть у мейн-контрола? Да, есть. Уходит мейн-контрол, но это просто нечто. Да, в миду стоит условное. А тут на Бума полетел врыв. Нормасик его сейчас будет здесь харасить. Но пока что он выживает. Пока что он живет. И мне кажется лично, что Декрипифай на старте был лишнее. Полетел до конца, Мирка врывается. Дабл дэмэдж, дает фисты, забирает. У нас очень быстро Бума. Минус Бум, пошел гипношар. Ставится на Тоби на Силере. Силери выталкивает, а вот Тоби остается здесь. Соник Вейв не жалеет мейн контрол. Дальше пошли у нас прыгают на Силери. На рампу. Есть ли здесь варды какие-то? Вардов нету. Не крачи первого уровня, поэтому не показывают они. Миракл заигрался у нас. Миракл. И можно ему сейчас насосать. Здесь хп, да, залить ему. И Хасом от Арамиса. Блин, как же его душат, беднягу. Фисты выдает. Есть ремнант. Ремнант улетает. Он выживает. Он выжил. Представляете, Миракл живет у нас. Фантастика. И Ливенкармор на него. 17-10 поднимается обратно. И сейчас у нас будет сносить. Да. Майн-контрол. Иллюминейт полетел. Шеда забрали. А Миракл подставляет. Форстав забирает Миракла. Миракл нас умирает. Обнорбал, да нет, я знаю, что я говорю, браток. У меня все в порядке, просто я мог оговориться, и я этого не заметить мог. Но я знал, что я говорил, видишь, у него 7 плюс 12 было. У нас Арамиса сейчас зонит, я даже потом пойду послушаю, что я сказал.
Это у нас выход на Селерии, пошли, врывается Токен развороты. Здорово, говорят, у нас Курок, Курок называет корни. Выживает, кастует Метеор Хаммер там, но не получается. Мирк разворот у нас Селерии, размен пока что один в один. Дальше еще кого-то, Майнкатрол на кого-то накричал, где он на кого кричит. Нарамиса пытается убить, забирает Нарамиса, хорошо. Нарамиса убивает у нас, Миракл фисточины, отлетает Дримнанти. Мамну ему Джейдж заряжает, скилл перезаряжает и... Ну и пока что у нас сюда отступают. Отступают ребята из команды Шет умирает, минус Шет у нас, Миракл впитывает. Бум, фисты чины. Ну и... Бум, он сюда ступает. Да, еще раз. Но то, ну, блин, Тоби не, не лучшая цель, которая уже нападает. Но они опять хотят его, они очень его хотят забрать сейчас. Ну, больно. И пока что прячет его в Глиммер, он выживает. Мирок управляет Ремнант. И так, улетает обратно, там у нас зажимает Крок. Кроки нашли, Кроки выживет ли здесь. Форстафается. Да, нравится, наверное, Кроки у нас. У нас... нападает на Мирка, Мирка фисты чины, наступает пока что отсюда. Нет, не наступает, Виха отступает, Таверна у нас, да. Молодец, Селерия, телепорты делаются массовые на топ, но там, потому что гипношар, шит работает по нему, гипношар еще, Миракл подлетает сюда, но Виха должен был самого убить сейчас, ну и все, пришли поздно сюда уже, ребят с команды Викинг Джи, нужно просто сюда убегать, а у Стерамиса могут это достать, у него блинк есть, блинк, блинкует сюда, Миракл ремнантится, пытается догнать Миракл, полетела фиссура, блинк в КД, телепорт можно было сразу сделать, наверное, вот он захвался здесь, Миракл его сейчас найдет, да. Арамиса заберет. Что, они пока и драться? Они остаются здесь, смотри, Куроки. Куроки все равно прилетает туда, Мирка убит обратно, подает опять на Тоби, бедняга. Ему кажется, что он впитает, но он не впитывает без БКБ. Это вот раз за разом такое происходит, и его забирают. Уже, я не знаю, какой раз он так умирает, но у него 1.76. То есть, раз 3-4 точно так умер, глупо. Там поймали Шеда, Шед. Есть у него БКБ, то есть можно будет репорт сделать. Хотя подходит Куроки, смотри. Репорт уже не сделаешь. Репорт уже не сделаешь. Шеду только драться. Только драться. Паша стоит репорт и пытается его раскаять, который висит у нас пока что на Куроки. Куроки БКБ нажимается от Шеда. И он сейчас может Куроки забрать. Манта снимается. Снимается корни Рамиса хасом. Шикарный хасом от Рамиса, но не хватает урона ХП ему, чтобы выжить. Майнконтрол запускает ультимейт. Хороший Соник Вейв. Размен неплохой получается пока что, но уже все, уже плохо. У нас таки выживает на контрол. Миракл больно. Ё-моё, фисты, но там есть Аегис. Там есть Аегис, если что. Куроки без корней, уже Джейдж без гипношара. Так, интересно. Фисты чин запускает, ребят, направляет у нас Миракл. Пока что пытается жить, есть по нему стан, контроль. Бум врывается, с МКБ нормально, он наваливает по нему плюшки. Миракл больно, фисты опять. Миракл Ремнант будет через секунду, он не успевает никуда уйти, минус Миракл. А вот это уже круто, викинги у нас сейчас дерутся, очень неплохо. Вот. Миракл через здесь, Эбисон нажимается, скан дается, нашли Куроки, Куроки подставляются, Куроки начинают заплевывать, ставится гипношар, у Бума есть БКБ, Токен у него просто забивает, пока что пошел на Рамиса, Рамис телепорт сбить есть, чем есть урон, нам просто телепорт ему сбить, Тайорн правит, так тоже работает, кстати говоря, на погоне сейчас у нас будет за Бумом, нашли его, достали, на БКБ пытается развести на 6-секундное, Блондинг Лайт. Обратно, но Бум пока что выживает. Миракл залетает у нас. Миракл чины, крит вылетает на 1200 в Селерии. Раптура вешается на кого? На Миракл повесили Раптуру. Подставляется у нас Виха. Вихи больно. Виха. БКБ умирает. Виха минус Виха. Выкупается Рамис в игру. Миракл БКБ улетает на Ремнанте. Отсюда пока что Шет тоже БКБшки у нас работает. Миракл поймали. Ё-моё. Нигма. Минус Миракл будет. Или забирать его нужно. Забирают его. Минус 2 от викингов. На землю. Джейдж форстафается, но мы понимаем, что мы так не выжить вообще. Тут шансов нету, минус Джейдж, 15 тысяч стоит у викингов, то есть преимущество тает. Там у нас на боте майнконтрол, тир 3 снес. По-разному, пацаны, бывает задержка, бывает ставят задержку 2 минуты, бывает 5 минут ставят задержку, по-разному, абсолютно бывает. Это бывает вообще без задержки, вроде сейчас также без задержки. У нас майнконтрол, Соник Вейв на Бума, полетел, Буму неприятно, Бум пока что впитывает, выпрыгивает, сейчас на Виху, Виха Раптура получает, он себе в лицо, Виха успеет ли он что-нибудь захилиться, здесь не получается, минус Виху забирает у нас, Виха выкупаться будет или нет, ставится корни, убивает Бума, минус Бум, хорошо, Буму забирает, размен мидера, Арамис прыгает, дает их Асуэм, минус Миракл, минус 2 делает, Миракл выкупается в игру, возвращается обратно, там база падает. Рошан, это сыра Еги, забирает себе у Майнконтрол. Получается, Майнконтрол обманул всех, и Рошан за ним. Так, ну что, у нас врыв.
Нападает на имбиря, подставляется Миракл. Миракл заплевывает после байбека, и нельзя никакой случай умирать. Нажимает он сыр, Ренант. Невероятно медленный. Ой-ой-ой-ой-ой, Майкатрон выпрыгивает отсюда пока что. До конца свой Кирин нафармит. Куроки. Нажимает корни, выбринковывается, ставится джей, чем гипношар. Неплохой пока что Майкатрон нападает у нас. Пытается, старается убить очень быстро. Рамис. Живет? Нет, не живет, не Рамис. Он вкупается обратно в игру. Вайпер страйк на Миракл. Миракл поставляется опять. Ремнан там пытается уйти, но жесткий плюх и летят по Миракл. Миракл выживает. Там что? Там у нас на Виху. Виха Эбисоп Гоу разбивается. Минус Виха. Виху забирает. Размен 1-1. Мидера разменяли на четверку. Шет очень сильно разогнался. Рош, конечно же, еще нету. Там, кстати, у нас Мид. Мид Майконтрол. Поймать могут сейчас. Майконтрол нельзя ни в коем случае умирать. Хасуэм. Ё-моё. Минус Майконтрол. Майконтрол вас забирают. Майконтрол. Бэйбэк есть у него. Сейчас я даже не помню, что он вообще здесь. Ага, так, стоп. Драка начинается. Есть гипношар. То, что сделает у нас. Бум забирает себе Аегис. Ну и пошел нападает у нас на Куроки. Куроки подцепили, минус Куроки. Забирают Куроки. Вих не получается его захилить. Куро выкупается в игру. То и погоня здесь. Там у нас Меркл забирает. Получается Арамис у него убить. Врывается Майкатрон под БКБ. Хорошо. Принц Кнайф работает. Хикс работает. Есть еще один гипношар уже. Сейчас Соник Вейв. Хорошо. Минус Селери. Забирает Селери. Он выкупается также в игру. Поставляется Тоби. Тоби живой еще. Меркл на дистанции. Фистычи не запускается у нас. Тоби пока что впитывает, гипношар долго не будет бить, если будет бить на контроль, врывается, один Тоби забирает, получается Тоби убить, дальше у нас Шет врывается на Миракл, Миракл неприятный, Миракл фисты чайны, Миракл пока что выживает, еще один фисты, у него два их заряда сейчас, больно, Виху забирает, минус Виха, Миракл поставляется, дерется против Бума, Бума это только Егис, Миракл под сайленсом, Эбисал выкупается в игру, обратно возвращается в Ренанте, Миракл хорошо, дальше что, дальше продолжается у нас драка, Бума пытается пробить, Бум, Эбисал минус Бум, забирает Нигва Бума, каким-то образом Селери Арамис после ББК умирает, не забывайте про это, пошли на Тоби, Миракл бежит у нас на Тоби, Тоби пытается туда улететь, ну и догонит ли его, Джейч прыгает Тоби в БКБ через все ветра леса, тут бежит у него, у Бума ББК есть ББК у Шеда, если что, фисты чины поймали Бума, Нигма пока что делает невозможное, просто поймали Тоби догорает, минус Тоби, есть убийство, да ну нахер, серьезно что ли? Они сейчас могут пойти сделать мне крипов в теории? Могут сделать, пойти, Буму нужно выкупаться, срочно. Тоби, Арамис, Селери после байбека, это 2 F5 будут они драться. Да Нигма может пойти в трон сейчас просто-напросто и все, но могут не рисковать. Падает тир 4, падает рая тир 4, репаркеты пока что висят, у нас забирает Миракл тир 4 раз, вторая, поймали Бума, Бумба КБ есть сыр, есть форстафы, Куроки прыгает, нажимает корни, нападает на Шеда выживает, минус Арамис умирает, купается Арамис, Соник Вейв полетел от Майкатрола, неплохо выбриковывается до Майкатрола, Шед очень больно, Раптура и Шед таверну, Арамис рывается косом, плевать вообще Миракл нельзя, без байбека нельзя, ни в коем случае ему умирать здесь. Так, трон стоит, еще репаркеты работают на нем, Виха пингует на Виху, Нигма не знаю, может быть отойти лучше пока что, но нет, они не хотят, это не для них, это для Солоков отходить. Так, врывается, нападает у нас, есть врыв на Бума, Вайбер поставляется, Бум нажимает сыр, выживает, у него есть пика, есть сатаник, если что, он вся форстафа и сатаник, нужно нажимать хилиться, регенится. Боже мой, напряжение, Шит тоже покупает рапиру. Это будет две рапиры у кого-то. Так, фисты чины, Миракл. Миракл врывается сюда, Майнконтрол, пошел Хекс, если что. Форстафует Бума, поймали Селери. Куроки забегает, нажимает корни, достает, получается, до трех героев. Миракл, фисты опять пошли. Ренан отправляет, урона пока что не хватает, может дать еще фисты. Эбисол забивает Бума, минус Тоби, минус Бум. Минус два делают, врывается Джейдж, гипношар, пошел после рефрешера. Шед с рапирой, пытается убить Майнконтрола. Майнконтрола лупит у нас, Джи прописывает Селери, это... 2-1 за Нигмой, но это была очень тяжелая победа, очень-очень тяжелая, но красивая. Самая длинная карта у нас на этом турнире пока что, 65 минут зафиксировали, пацаны, зафиксировали, да.